Ну а в Сомали бушует самая продолжительная в истории страны засуха. В этом году она совпала со священным месяцем Рамазан, который ежегодно отмечают мусульмане страны. Цены на продукты питания резко выросли из-за инфляции и неурожая. Больше миллиона сомалийцев встречают Рамазан в лагере для внутренне перемещенных лиц, куда люди бежали в поисках помощи. Я напомню, в прошлом году в Сомали от засухи погибли около 43 тысяч человек. Люди также лишились порядка миллиона голов домашнего скота, который был основой существования местных жителей. В прошлый Рамазан мы ни в чем не нуждались, но в этом году нам пришлось столкнуться со многими трудностями, в том числе и с ростом цен. У нас едва хватает еды, чтобы выжить. Ее очень мало, и дают нам горячую пищу сотрудники лагеря. Что-то нам удается купить на маленький заработок моего мужа.